Вы знаете, вот маленькую историю, хорошо, я расскажу, только быстро, понимаю, что времени очень мало. Да, да, спасибо. Когда Тамара привела меня в церковь, да, ну, наверное, начну сначала тогда, да, да, а потом уже эту историю расскажу по ходу. Я, в принципе, знала о Боге и очень много, но Бога не знала. Это две большие разные. Я знала о Боге. Я ходила в православную церковь. Я очень любила Иисуса, а Отца все искала. Где же икона Отца? Понятия не имела. Ни о Духе Святом. Ни... То есть я знала, что есть Бог, который помогает, который исцеляет даже. Я это все знала. Он мне помогал всю мою жизнь. Он шел рядом со мной, но только один Иисус. Я никого больше не знала. Иисус мне помог родить ребенка. У меня тоже были выкидыши. Он мне помог родить ребенка. Я это знала, потому что врачи сказали, уже все, будет выкидыш. Да? А я сказала, нет, еще есть Господь, который скажет последнее слово. Я прямым текстом. Я была очень прямая. И у меня вот как всегда, раз как у Леси, никакого комплексов не было. Я была очень прямая. Мне все равно... И какой, свободная. Свободная была. Мне все равно, какую должность человек занимает. Я была открытая. Я была честная. Да. И мне это ничего не мешало открыто и честно. И мне ничего не мешало говорить прямо в глаза все, что я... Да. Может, это нехорошо даже было иногда, потому что это моя была правда иногда. И вы знаете, когда перед тем, как я вот попала, именно попала в церковь, потому что я бы в жизни не пришла, У меня был... Но Бог допустил. Да. У меня получилось, что я пришла в православную церковь, а так как я работала в театре, мы все по чуть-чуть выпивали, вот, особенно перед спектаклем, так хорошо выпить 50 граммов коньячка, вот, а потом сидишь себе за пультом, звукорежиссер, идут народные артисты, играют тоже все полупьяные и так далее. Действительно, это правда, потому что хоть каждый, ну, по 50 граммов, там, ну, не все, конечно, не могу говорить, что все, но выпивали по чуть-чуть коньячка там и бутербродики с... Неважно. Важно, что я захожу в православную церковь, чуть-чуть выпивши, ну, вся грамма коньячка, что там, ну, чуть-чуть. И вдруг я смотрю на Иисуса, на его глаза, я его так люблю, и вдруг он берет и плюет на меня. Вау. Представляете? Плюет, просто я вот чувствую, что вот он как-то хмурит глаза и плюет на меня. И мне такой страх пришел. Я вышла, я плакала вот такими слезами. Я не поняла, почему. Почему? И я домой, наверное, потому что я пришла чуть-чуть выпивши. Через неделю мне звонит Тамара. А Тамара, которую вот вы видели на фотографии, преподаватель английского языка, закончила Московский университет с высшим образованием, преподает английский в школе. Я в жизни бы не подумала, что она могла бы привести меня в какой-то там... Церковь. Еще и церковь. Что такое церковь? Православная, свечки, тишина и все остальное. Храм. Как это? Храм? Как это ты такое? Куда ты меня привела? И она мне говорит, вот это самые интересные фразы. Лида, я тебе приглашаю Пасха, 1 мая. Ну, да. Она мне вечером звонит и говорит, вечером перед 1 мая, говорит, мы должны пойти с тобой на... Значит, я тебя приглашаю на одно мероприятие. Я говорю, ну ладно, скажи хотя бы, где оно будет проходить, в здании или на природе. Она говорит, ты должна так быть одета, чтобы ты должна ему понравиться. А мне тут, я свободная, слышишь? Мне девушка, молодая. Да, я такая молодая, 45 лет, а уже скоро. Незамужняя. Что я делаю, слушайте? А для нас так, чтобы ему понравилось. Я оделась то, что я ходила на премьеры. Вот у нас спектакль, да, и премьера. Я пришла вся в обтянутых брюках. В таких обтянутых, что там, ну, каждая клеточка видно. Клеточка каждая. А сверху такой красивый, блестящий финская такая. Балкончик такой красивый. Причесалась, привела себя в порядок. Ну, я же должна... Вот такие каблучища. Должна тебе понравиться. Я же должна ему понравиться. Хорошо, что я прихватила плащик. Я потом так благодарила Духа Святого, что он мне посоветовал взять его. Подходим мы к ростку. Она мне не говорит, куда мы идем. Мы идем. Я говорю, Тамар, ну куда же мы идем?
А она говорит, ну идем.